Прелесть. Ну тебя нахуй. Серьезный. Я обалдеть вообще. Какой серьезный мужчина? Ой, вообще не серьезный, меня тут так насмешили. Кто? Кто? Кто вас насмешил? Там ваши соплеменники. А что, что это такое? Не знаю. Это не к вам, извините. Это просто прелесть. Вот здесь ко мне вопрос. Да, вопросов нет, в общем-то. Это хорошо. Что у вас написано на футболке? Мне там какая-то, я не знаю, это жена. Обычно все говорят, жена привезла, подарила. Из Бразилии, да. Из Бразилии, да. Или сестра. Да. Вот вариантов всегда два. Либо жена. Сестра привезла, либо жена привезла. Жена. У меня жена. Угу, я понял. Аккуратнее с такими надписями. Я бы сам не купил. Да. Аккуратнее, с такими надписями аккуратнее. Самбо. В основном так рекламируют гей-клубы за границей, и на них скидки очень хорошие, поэтому женщины их берут и в Россию везут футболки. Футболка вроде как симпатичная, ага. Но с названием гей-клуба. Аккуратнее. Но... Могут неправильно понять. Я думаю, вряд ли здесь к геям ничего не относится. Ничего тут гейского нет. Не, я говорю, аккуратнее. Самбо, ну, знаете, такая штука зажигательная. Нет, самбо это клуб. Клубы, тут танцевальные клубы. Да, вот я же про это. Знаете, там, папара-па-па-пам. Да. Напрасно я сказал про футболку. Вы теперь будете ее надевать и думать. Нет, надевать ее не буду. Я ее буду надевать тогда, когда захочу. Это хорошо. Ничего страшного. Ну, у вас вышиваночка красивая. Да, зачетная. У меня вышиваночка зачетная. Да. Вообще классная. Зачетная. Всем такое покупать. Видите, какие есть штучки? А для чего такие эти вот штучки? Ну, она завязывается. Ее же можно завязывать. Я понял. Она же, да, смотрите. Я понял. Бамс. Все. Ну, это вам, мне кажется, это несколько неудобно. Вот это удобно, все. Это хорошо. Смотря под что. Под пиджак там. Это все по-разному. Можно где-нибудь зацепиться и повеситься на этих веревках. Нет, это вы напрасно мечтаете. Так не получается. Все хорошо. Я не мечтаю, я вас просто предупреждаю. Не-не-не, все в порядке, не переживайте. Вы с какой целью сидите в чат-рулетке? Ну, просто время провожу. Просто проводите время? Да. Я вас понял. И как время проводится? Да нормально. Сейчас только что вот разговаривал с Мукачева. Очень, очень хороший мужчина. Шикарно поговорили. О политике вообще ни слова. Ну, хорошо, правильно. Да, надо сейчас про политику надоело, всех уже эта политика достала. Правда? Кто-то там доказывает что-то. Кто-то доказывает, говорит, вы, говорит, оккупанты, там агрессоры. Да, а это все достало всех. Да. Давайте уже дружить. Давайте общаться там. Вы вышиваете, быть может, нет? Крестиком. Я не вышиваю. Не вышиваете? Нет. Вы знаете, я не вышиваю. Вот как мы с вами похожи, видите? Все-таки мы же братья. Да мы не братья, мы один народ вообще. Мы один народ. Видите, вы крестиком не вышиваете, и я не вышиваю. Вот тут-то мы как бы и нашли друг друга. Угу. Мы практически один народ. Понятно. Да не практически, а если взять славянина, ну это, это доказывают генетики, это как бы... Я понял. То есть мы практически один генотип. Да. Слушайте, славянин, как-то оно не совсем сходится, вы знаете. Подождите. Давайте как-то будем говорить по очереди, да, потому что это вот крик этот меня как бы не вдохновляет. Да. Генетика, она великая наука, да. Если взять славянина, из России там, и славянина из Украины. То у них будет количество хромосом разное. Кто сказал? Ваш министр. Какой министр? Мединский. Ну, я сомневаюсь, что он такое сказал. Мединский сказал что у россиян есть дополнительная хромосома. Не говорите глупости. Мединский умеющий человек, кстати, выходец с Украины. Да. Он не мог такого сказать. Я такого не слышал. Ну, вы это даете. Бред. От вас это скрывают, бред. Слушайте. Ну прекратите, слушайте. Это... Напрасно вы. Я серьезно, я не шучу. Вы найдете эту информацию без проблем.
какой-то дешевый троллинг. Это абсолютно не дешевый троллинг. Мединский 100 тысяч раз пожалел об этом. Он просто не знал о значении дополнительной хромосомы. И он сказал, что у россиян есть духовность. Это как бы дополнительная хромосома, понимаете? Почему вас называют в интернетах, ну, часто, когда шутят и троллят вас, называют дополнительно хромосомными? Поэтому не нужно про один народ. Меня никто не троллит. Вашему министру, я думаю, виднее. Ну, бог ему судья, на то он и министр. А зачем тогда вы убиваете нас, если мы один народ? Мы вас убиваем? Да. Слушайте, я в ступоре просто. Да неужели? Да, где вы были последние 4 года? В Новой Зеландии исследовали бабочек? Нет, нет. Нет? А где вы жили последние 4 года? В Российской или Федерации? В России. И вы не знаете об этом? Ну, я в курсе, что там идет война, там, да? А, такая... знаете, когда идет война, такая... обычно это означает, что люди убивают друг друга. Но почему вы говорите, что мы вас убиваем? Потому что вы убиваете нас на нашей территории. А мы защищаемся и убиваем оккупантов. Мы на вас не нападали. Соответственно, казалось, выходит что... так, что в этой войне есть тот, кто прав, и тот, кто не прав, тот, кто виноват. А виноват агрессор, и за сердце хвататься не нужно. Сердце дополнительная слева. Хромосома там не, у вас, сердце, не там у вас. Сердце слева. А я не вижу, где у вас слева, где право, потому что часто камеры зеркалят. Ну, здесь не сердце. У меня камера зеркальная. Ну, я специально так говорю. Я не этот самый, не сиамский близнец. Вот. Давайте так, природа этой войны, она экономическая. Нет. Да, она не нет, а да. Нет. Не нет, а да. Не нет, нет, а да. Совершенно не экономическая. Абсолютно. Абсолютно экономическая. Абсолютно не экономическая. Эту войну поддерживает большая часть вашего населения. Да прекратите. Она агрессивно настроена в отношении нас и не считает нас одним народом. Прекратите эту дешевую демагогию. Дополнительная хромосома вызывает агрессию у вас. Прекратите дешевую демагогию. Это не демагогия ни разу. Это смешно. Слышать, вы вроде умный человек в очках там, да. А еще очки нацепить. Пытаетесь. Интеллигенция. Да, да, да. Интеллигент проклятый, да. Поэтому, ну, зачем вы? Ну, убивают только из-за денег. Убивают исключительно из-за денег, да. То есть ваши добровольцы, которые приехали ко мне в родной город и убивают там моих солдат, моей армии, моего государства, делают это исключительно из-за денег. Нет, природа войны, природа этой войны, как вы ее называете, она из-за денег. Исключительно из-за денег. Никакого другого причины, никакой другой причины вести войну на Донбассе нет. Понимаете? Ну нет ее. Не понимаю. Да. Ну почему? Поймите. Ну это так. Деньги, бабки, бабки, бабки. Нихтферштейн. Зовсім нічого не зрозумів. Зря. Ну. Зря. Я вас понял. То есть мы как бы один народ, но убиваете вы нас из-за денег. Так выходит. Да не мы вас из-за денег, вы друг друга из-за денег убиваете. Мы друг друга убиваем из-за денег. А что же делают там ваши солдаты и ваша техника? Наемники, они везде всегда. А ваша техника, которая принадлежит государству, что делает у меня на Донбассе? Ну, очевидно, пришлось занять определенную позицию в нашем государстве. Какую? Ну, позицию поддерживать Донбасс. У нас просто, очевидно, не было другого выхода. Вы нас поставили перед таким выбором, что нам этот выбор... У вас не было другого выхода, кроме как ввести войска на территорию соседнего государства? Ну, послушайте, ну, давайте так. Как? Войска официально и неофициально никто не вводил. Подождите, Совет Федерации дал Путину разрешение единогласно на ввод войск. А зачем? Что такое войска? Это когда заходит в случае... Нет, это никогда. Это просто использовать войска на территории соседнего государства по разрешению Совета Федерации. А зачем Совет Федерации дал Путину такое разрешение? Для чего? Если бы вдруг началась бы жесткая зачистка Донбасса, да, естественно, бы войска вошли. Но они есть данные о том, что на территории Донбасса находятся ваши системы залпового огня производства Российской Федерации. А вы говорите, что вы не вводили войска. Они там находятся с советских времен. Нет, понимаете? Они находятся там со времен Российской Федерации. Они не производились в Советском Союзе. Вы видели кадры, что там стреляет? Там
Уралы 375-е, бензиновые. Нет. Старые. Нет. Производство там, не знаю, смотрите, там 80-х годов. У меня в руках последние новости о специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. На основе информации, поступившей по состоянию на 27 сентября 2015 года. Это официальный документ. Опубликован 28 сентября 2015 года. В котором указано о том, что совместная мониторинговая миссия 26 сентября видела минимум 36 танков неопределенного типа на полигоне в селе Круглик, 31 километр к юго-западу от Луганска. А днем ранее, ранее заметила тяжелую огнеметную систему на том же полигоне. И здесь указано ее название. ТОС-1 Буратино, 220 мм. ТОС-1 Буратино не производился в Советском Союзе. Это российская разработка, новейшая. Ну, не знаю. Вот хороший аргумент, мне факт, нравится. Этот факт как бы... Мне нравится этот аргумент. Этот факт надо... А вот позвольте, смотрите, очень интересно. Лондон, Министерство иностранных дел Великобритании, опубликовало фотографии, сделанные на востоке Украины, на которых запечатлены новейшие российские системы противовоздушной обороны «Панцирь С-1» по классификации НАТО «СА-22». И они вот такую фотографию опубликовали, где написали, собственно, как определить, как опознать российский панцирь С-1, который не состоит и никогда не состоял на вооружении украинских войск. Эти фотографии и снимки были сделаны 24 января, 4 и 5 февраля в Шахтерске и Донецке. Но ваших войск там нет, но панцирь-1 как-то там есть. Я еще раз вам говорю, нашему правительству пришлось Подождите, вы сказали сейчас, что там нет ваших войск, и систем залпового огня нет, они советские. А я вам говорю, нет, не советские, там российские. Там есть войска специального назначения. Подразделение. Вы считаете, что в состав войск специального назначения входит огнеметная система ТОС-1 Буратино 220 мм? Про ТОС-1 я ничего не знаю. Я вам говорю, это известно с 2015 года. Это официальное заявление ОБСЕ. Вы понимаете, в чем дело? ОБСЕ в данном случае, как бы, оно занимает прозападную позицию. Нет, Министерство обороны Российской Федерации не опровергло эту информацию. А да в состав совместной мониторинговой миссии входят в том числе и участники от Российской Федерации. Министерство обороны Российской Федерации ничего опровергать не будет. Почему? Ну почему, а зачем это надо? Я понял. А скажите, пожалуйста, а зачем в Минских соглашениях прописали системы залпового огня «Торнадо», которые нужно отвести от линии разграничения на Донбассе, если их там нет? Ну послушайте меня, можно подумать, Украина не нарушает. Позвольте, это не означает, нарушает ли Украина. Я у вас спрашиваю, что делают в Минских соглашениях системы залпового огня «Торнадо» производства Российской Федерации и разработка. Это новейшие разработки Российской Федерации. Новейшие. Как они попали в Минские соглашения? Не знаю. А, понятно. Не знаете. Меня устраивает этот ответ на этот вопрос. Хороший ответ. Здорово. Понятия не имею. Я не специалист в этом, понимаете? Я не специалист. Ну, только что вы мне доказывали, что там нет войск, а теперь оказывается, что есть. Я просто видел Уралы. Вот я специалист по автомобильной технике. Не, да, меня вот. Уралы не интересуют. У меня есть информация по Уралам, но про них скучно. Про систему залпового огня просто, потому что Буратино отличается от всех остальных систем. Его определить очень легко даже визуально. А в ваших Уралах там есть нюансы. Там есть такие нюансы, там какая-то ось, задняя подвеска. Это сложно и скучно, если честно. Да. Хотя и есть и новейшие автомобили российского производства. И есть, вот не далее, как позавчера, сейчас совру, несколько дней назад, мониторинговая миссия обнаружила системы, вот эти РЭБ, да, так называемые. Вот, да. Да. И там их назвала 4 типа. Красуха 2, Леер. Это новейшие системы разработки. Вы откуда об этом сейчас узнали? Скажите, да, обнаружила. Значит, вы интересуетесь. Значит, вам я это сейчас от вас узнал. Я вас понял. Как они там очутились? Ваших же войск вроде там не было. И Совет Федерации вроде как будто бы разрешил Путину ввести войска, если ему понадобится. Но он же не вводил. Официально не вводил. Как не вводил? А РЭБы есть. Как же РЭБы очутились там?
Но это техника. Техникой мы помогаем. Да, этого даже никто и не скрывает, что техникой мы помогаем. Никто никогда не говорил, а вы официально обязаны об этом сообщать, согласно ваших же законов, о поставках техники и тем более систем залпового огня или огнеметных систем Буратино в другие государства. Вы по закону обязаны это делать. Вы чему удивляетесь? Я не понимаю, вы делаете такой вид? Удивляюсь вашей подлости. Нашей подлости? Да. А своей вы не удивляетесь? Нет. Мы защищаем свою территорию. Это наше государство, мы воюем с оккупантом. Здесь нет нашей подлости ни разу. Да, вы очень подлая страна. Да вы что? Да. Позвольте, смотрите, у меня рядышком со мной вот лежит в том числе и меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия. Так, и что? И вы нам здесь, значит, смотрите, Российская Федерация, да, в первую очередь, подтверждает Украине их обязательства согласно с принципами заключительного акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины. Обвиняете меня сейчас в подлости. Вы нарушили наш суверенитет, угрожаете нашей независимости и нарушили существующие границы. Не просто границы. Знаете, если бы там было написано «границы Украины», но там написали «существующие границы Украины». Этот Будапештский меморандум никто не ратифицировал. Хорошо, я согласен с вами. Не ратифицировал. Порвали, выкинули. Давайте порвем, выкинем. Выкидывайте. Хорошо. У меня тогда к вам еще один есть вопрос. Смотрите. Постоянно все его почему-то упоминают, но он давайте тогда перейдем, раз важна ратификация, Конечно важна, а как иначе? Давайте, смотрите, у меня есть вот, еще документ, смотрите, у меня есть ратифицированный федеральным законом Российской Федерации от 2 марта 1999 года за номером 42F3. А, кстати, вот на момент подписания меморандума в Российской Федерации не было закона о ратификации. Его не обязательно было ратифицировать. Закон о ратификации был принят позже. Меморандум по российским законам ратифицировать было не обязательно. Ну, вообще его не нужно было ратифицировать, закона о ратификации не было. А вот смотрите, вы ратифицировали... Это парламент решает, нужно или не нужно. Нет, закона не было ратификации. Смотрите, а вот у вас ратифицирован федеральным законом, это закон Российской Федерации, от 2 марта 1999 года за номером 42F3, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. И здесь смотрите, что здесь указано. Во статье номер 2 здесь выбрали на себя обязательства, и это является законом Российской Федерации. Высокие договаривающиеся стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ. И вы обвиняете наше государство в подлости? Конечно, обвиняю, да. Вы нарушили статью 2 договора о дружбе и сотрудничестве и нарушили существующие между нами границы и забрали себе часть нашей территории. Это идет в нарушении с ратифицированным вашим федеральным законом Российской Федерации договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, что и говорит о подлости и лживости вашего государства. Вы сейчас мне что хотите доказать? О том, что ваше государство подлое и лживое. Все вот эти вот там, начиная с 91 года, вы себя вели как поймальчики, что ли, по отношению к российской. Мы не захватили у российского государства ни части территории, ни квадратного километра. Кто первый начал убивать русских солдат? Ну-ка, ответьте мне. Русских солдат? Да. Кто первый начал убивать? Не знаю, как только появились, наверное, русские солдаты, начали вести какую-нибудь войну, так и начали их убивать. После раздела, после того, как распался Советский Союз, кто первый начал убивать русских солдат? А что вы имеете в виду? Я не нервничаю, просто я имею в виду похождение. Наверное, участие в Нагорном Карабахе ваших солдат. Наверное, в Приднестровье их начали убивать. В Чечне. Была позже. В Грузии. А вы считаете, что государство Украина убивало ваших солдат в Чечне? В Чечне, да. Государство Украина? Да, конечно. Каким образом? Конечно. Потому что когда Следственный комитет Российской Федерации подал запросы на арест тех, кто
А, я знаю, там же Яценюк в 93-м году, он же там освобождал площадь Минут. И Яценюк, да. Ему там было сколько? Лет 13-14, наверное. Он там руководил батальоном, я понял. Не надо ерничать. Скажите, вы имеете в виду сейчас Грузию, где мы продали Грузию Чечню. Давайте на Чечне остановимся. Давайте остановимся на Чечне. То есть, подождите, я к тому, что... Секундочку. Договор о дружбе и сотрудничестве мы уже проехали. Да, меморандум, конечно, мы проехали, вы их не выполняете, потому что у вас есть претензии к нам из-за Чечни. Конечно, конечно. То есть в 99-м году у вас претензий не было. В 94-м. А в 99-м году вы подписывали договор. В 94-м. Так и договор же от 99-го года. Ну ничего страшного. Как ничего страшного? Это же события были до, а договор подписан после. Чеченская война закончилась в 2000 году. Вы сейчас говорите про 94-й год, а я вам говорю, что в 99-м году был подписан договор. То он был позже, после 94-го года. Значит, тоже не работает. Просто копилось. А, у вас накопилось к нам. Да. Это вы нам мстите. Ну, а у вас накопились к Украине претензии. Поэтому вы нас убиваете, поскольку у вас накопилось. Да, я вы сами себя убиваете. Понял. Вы сами себя убиваете, а мы просто помогаем. А вы помогаете нам себя убивать. Одной из сторон, да. Ага, одной из сторон, я вас понял. Теперь понятно, да. Понимаете? Какие-то, быть может, еще у вас ко мне вопросы есть? Нет, просто вы же... Вы не нервничаете. Главное, я не нервничаю. Боже упаси. Просто ваш монолог, как бы, я же внимательно слушаю, да? Ну, послушайте и вы. А у вас есть что сказать? Я вам говорю, есть претензии по Чечне. По Чечне есть, у вас есть претензии по Грузии. А что вы делали в Грузии? Там ваши солдаты что делали в Грузии? Защищали Южную Россию. А, в очередной раз вы защищали там кого-то. Вы как-то они по защищали, всему миру они защищали жителей от убийства. Слушайте, какие вы защитники? Весь мир защищаете. Да, представьте вы себе. Вы прям молодцы. Да. В Сирии кого вы защищаете в Сирии? Сирийцев. Сирийцев. Да. А от кого защищаете сирийцев? От кого? От американцев. А американцы напали на Сирию, а вы воюете с американцами, чтобы защитить сирийцев. Вроде как вы там с Америкой партнеры. От ИГИЛ защищаем. А, от ИГИЛ. Так официально вы сказали от американцев. Официально мы партнеры. Официально партнеры. А неофициально вы снова там, как только наступит подходящий момент, то вы тоже как бы там... Вспомните, у вас накопилось там к Америке, да, и вы тоже вспомните им. Что я понял. Не, ну у вас же тоже там накопилось, наверное, к Америке. Ну, естественно, накопилось. Накопилось. А кому еще у вас накопилось? А к Беларуси накопилось у вас? Нет, к Беларуси не накопилось. А к кому накопилось? А к прибалтийским странам? Латвия, Литва, Эстония? Да пусть живут. Пусть живут. Пусть живут, да. То есть накопилось больше всего к Украине. Вот Украина занималась убийством русских солдат. То есть, как-то смотрите, у нас разговор плавно перешел с того момента, что мы один народ, к тому, что у вас накопилось к нам, и теперь вы нас убиваете из-за того, что у вас какая-то злость на нас. Да мы убиваем не украинцев. Не украинцев, а кого? Убиваем тех, кто посылает, тех, кто пришел с оружием убивать Донецк. Понимаете? Не, я сам из Луганска, не очень понимаю, что вы имеете в виду. Ну и что вы из Луганска? Не, ничего, я просто говорю, не понимаю, что вы имеете в виду, не совсем понятно. Что есть непонятного? Вообще ничего, если честно. Ну спросите, что вам непонятно-то? Вы считаете, что вы вправе посылать своих солдат на территорию суверенного, независимого государства, с которым вы подписывали не только меморандум, где гарантировали безопасность в обмен на предоставленное ядерное оружие, а мы его предоставили вам, и в том числе вы подписывали с этим государством договор о дружбе и сотрудничестве, после этого, наплевав на это все, вы подло и лживо, без объявления войны, на нас нападаете, и вы считаете, что вы вправе? Ну, так же, как и вы. А почему вы на нас... Мы на вас не нападали. А почему вы нам не объявили войну, скажите? У меня к вам есть вопрос. А зачем? Ну, Гитлер, например, нападая на Советский Союз, объявил войну. У нас официально нет с вами войны и никогда не будет. Даже не надейтесь. Ну, то есть вы нас убиваете, а войну объявлять не хотите? Мы вас не убиваем, вы убиваете сами себя. Но системы залпового огня «Буратино» с вашим экипажем внутри убивает наших солдат. Значит, надо было объявить войну, ведь так было бы честно. Я в этом, собственно, и обвиняю российское государство. В подлости и лживости. В
том, что ваше государство мерзкое. Ну вы же тоже не объявляли нам войну. А Советский Союз объявлял войну Германии? В Чечне. Вы в Чечне же нам войну не Государство Украина не воевало с вами в Чечне. Но иначе бы вы не подписывали с нами в 99-м году договор о дружбе и сотрудничестве. И оно не арестовало. Ведь подписал президент Российской Федерации Ельцин. Он и в 94-м был президентом, и в 99-м. Тем не менее, оно не арестовало ваших подонков. Оно не арестовало. То есть вы послали нас системой Буратино из-за того, что мы не арестовали там какого-то. Я вас понял. Понятно. Да. Так, то есть, как бы вы нам не объявляете войну, потому что как бы вы из подлости своей не можете себе такое позволить, это было бы чересчур честно. Я правильно вас понимаю? Да тут не говорите глупости. Почему? А как понять Послушайте, тогда по-другому, почему не объявляете войну? Зачем нам это? Нам это зачем? Ну, если вы подлые, то, наверное, не знаете. Мы не будем с вами воевать. Ну, даже Гитлер объявлял войну Советскому Союзу. Мы не будем с вами воевать. Я понял. Украины. То есть вы нас убиваете, но воевать с нами не будете. Это интересная логика. Вы убиваете сами себя там, понимаете? Сами себя. А я вас понял, да. Вот и все. Быть может, у вас еще какие-то вопросы есть ко мне. А природа всему деньги. Деньги. Ага. Началось все. У вас накопилось за Чечню, за Грузию, а виной всему деньги. Да не вводите разговор в нужное вам русло. У вас не получится. Виной всему все равно деньги. Понимаете? А, виной деньги. То есть у вас накопилось за Чечню и за Грузию, а виной деньги. То есть вы считаете, что мы вам денег много должны? Ваши олигархи перессорились из-за активов. Послушайте, у меня к вам еще есть отдельный вопрос. Да, смотрите, как вы думаете, мы много вам денег должны? Можно я закончу? Я знаю, что вы скажете, я уже понял. Олигархи рассорились, потом решили разделить деньги, поделить бюджет, поэтому стравили народы между собой, и народы как между собой там воюют. А заводы? О, заводы, да. Посмотрите, у меня к вам есть отдельный вопрос. Как вы думаете, мы много вам денег должны за газ, там вот за украденный там и так далее? За газ, не знаю. Ну вообще, в целом. Нам-то? Я что, Газпром, что ли? Нет, я к тому, что, возможно, если речь идет о деньгах, вот о том, что Украина там вам что-то задолжала там в целом, не могли бы вы нам простить этот государственный долг? Ну, просто так, раз и простить, сказать, да ладно, это же Украина, мы же один народ, простим-ка мы Украине эти долги и не будем их убивать. Мы-то народ честный и убивать их не будем. Если вы войдете в состав Российской Федерации, конечно, вам простят долги. А другим странам вы не прощаете долги? Прощаем. Кому? Ну, каким-то слаборазвитым. Почему Украину вы считаете сильно развитым государством? Старые долги со времен Советского Союза. Нет, новые долги. Остались. Вы знаете, сколько вы Ираку списали долгов? Ираку. Вы списали Ираку 21,5 миллиарда долларов. Это вы долг списывали дважды. Я понимаю, что вы говорите. Смотрите, вы списали долг 9,5. Советского Союза. Я вам отвечаю на ваш вопрос. Да, смотрите, вы долг списывали дважды. 9,5 миллиардов из 10,5 в 2004 и 12 миллиардов из 12,9 в 2008. Так вот, в 2008 году это был уже новый долг по кредитам, которые набрали уже после прощения предыдущего долга в 2004. Вы в 2004 советские долги простили и надавали снова на 12 миллиардов долларов долгов. И Ираку простили. Вы с Ираком, наверное, один народ, не с Украиной? А знаете, сколько вы простили Кубе долгов? Знаю, да. Сколько? 31,7 миллиарда долларов. Да, порядка 30 миллиардов. Да. Африканским странам 20 миллиардов. Не знаю. 20 миллиардов. Ну, есть такое понятие безнадежные долги. Вы думаете, это безнадежно? А зачем вы их списали? Я думаю, да. Ну, а как? Ну и просто их взять уже невозможно. Ага, Эфиопии вы в 6 миллиардов простили, Алжиру. Да. Киргизии почему-то вы простили долги. Она же не вошла в состав Российской Федерации. Она вошла в таможенный союз. Но в состав Российской Федерации же не вошла. Ну, она вошла в экономический таможенный союз. Я понял. Сирии просили 10 миллиардов. То есть как-то, смотрите, в этом списке Куба, Ирак, Монголия. В Сирии у нас две военные базы. А Путин говорил, у вас там нет никаких интересов в Сирии. Никаких. В Сирии две военные базы у нас. Он говорил, у нас там нет военных баз. У нас нет интересов, чтобы мы там воевали. А потом
Говорил Путин. Это несложно найти, он был еще премьер-министром. У меня есть это в роликах, я выкладывал. Ну, послушайте, времена меняются. То есть не было баз, не было интересов, а потом сейчас через два года тут же сразу интересы появились, да? Ну, значит, появились. А, вот я понял. То есть этого не понимал. А что тут странного-то? Я просто думал, как вы. Я же думал, что мы как бы один народ, и мы братья. А оказалось, что Вьетнаму можно долги прощать, а Украине почему-то нет. Ну, почему, как вы думаете? Потому что вашему правительству мы ничего прощать не будем. Понятно. Не собираемся. То есть как-то оно, понимаете, по-моему, Вы путаете два понятия. Народ и подконтрольное Западу правительство. Никак не связано. А вы считаете, что Кубе вы простили долги, а они не подконтрольны США сейчас? Нет, конечно. Не подконтрольны? Нет. Абсолютно нет. Все, я вас понял. А Ирак? У вас какие-то неверные связи. А Ирак? После свержения Саддама Хусейна, Ирак подконтрольный Америке или нет? Ирак сейчас под... А зачем же вы ему тогда долги простили? Ну, потому что это безнадежный долг. Вообще что-то не пойму я. То у вас как бы подконтрольность играет роль, а потом безнадежность играет большую роль. У вас не вяжется, к сожалению. Решение принимает Министерство финансов. Чего мне устраиваете? Вопрос в вопросе, которым я ничего не понимаю. Я вас понял. Здесь есть понятие. То есть я когда спросил, сколько вы простили Монголии долгов, то вы как бы знаете ответ на этот вопрос. Я просто это слышал. Ага, да. Не Монголии, а Кубе. Кубе. О Кубе я слышал, да. Что понял. Тридцатку простили, да. Понял. Я же не занимаюсь, это вы там роетесь в документах. Да, я роюсь в документах. Знаете, есть такой за мной грешок, порыться в документах. Вы, наверное, какой-то блогер там такой, да? Да, это так, балуюсь. Записываете, выкладываете. Балуюсь. Ради бога. А скажите, быть может, у вас есть ко мне вопросы несерьезного характера какого-нибудь? Несерьезного? Да. Нет, ну вам, наверное, это неинтересно будет. Точно. А серьезного есть у вас? Ну, серьезного, я же вам говорю, вы действительно считаете, что на Донбассе идет какая-то война там за русский мир? Я вас понял. Вы так действительно считаете? Все понятно. Что вам понятно? Ну, я понял вас. У меня, в принципе, больше вопросов к вам нет. Ну... К сожалению, очень тогда плохо. Тогда адью. Ну, очень что плохо. Же, очень раз просто, вы, очень раз плохо. Вы не понимаете элементарных вещей. Подлость, да. Лживость и мерзость зашкаливает просто в вашем голове. Ваша. Вот ваша личная. Зашкаливает. Ваша. Очень. И не вздумайте, этот ролик, если вы выложите, резать его. Я не режу никогда ролики. Да. Не буду резать, ни в коем случае. Вот ваша подлость. Вы сейчас занимаетесь подлостью, понимаете? Я понял. А в чем моя подлость заключается? Ну, потому что вы называете причину войны на Донбассе, да? Абсолютно не ту. Вам виднее. Там я вас понял. За русский мир. На самом все дело в деньгах. Понял. Причем деньги ваших олигархов. Спасибо, что вы мне рассказали. Я же до этого все это. Война началась за деньги. Понял, за деньги. Понял вас. Да. Понял. Да, вы не хотели нам простить, как Ираку 21 миллиард, а решили забрать. Кому мы простить должны? Что мы должны простить? Ничего, я не говорю должны, я просто говорю, вы решили так. Я вас понял. Все, спасибо вам большое. Что спасибо. Мы вам должны простить? Да, спасибо. Все подтверждается. Все дешевый плохо. Тролль. Очень плохо. Очень дорогой тролль, кстати. Очень дорогой. Более дешевого тролля я еще не видел. Кто-то считает, что я дешевый, напишите. А кто считает, что дорогой, докажите. Дешевка. Всем пока. Давай.